Всем привет! Сегодня о погоде в Бурятии на пятницу, 27 мая. Расскажу вам я, Софья Бурлакова. В северных районах Бурятии ожидается похолодание. Днем переменная облачность, небольшой дождь, порывы ветра до 8 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 9 градусов, ночью плюс 3. После жаркого четверга на юге республики также похолодало. Ожидается переменная облачность и 20 градусов тепла. С сильными порывами ветра до 10 метров в секунду, а ночью плюс 11. В столице днем переменная облачность и скромные 18 градусов тепла. Уже привычные порывы ветра до 11 метров в секунду, ночью плюс 9. В Горячинске погода облачная, утром плюс 13 градусов тепла, ночью плюс 2. В Тунке выпадут осадки, утром плюс 18 градусов, ночью плюс 7. Погода так и шепчет, что нужно расслабиться и отдохнуть. Лучше всего это делать в подходящем месте, где можно восстановить, поддержать и укрепить свое здоровье. Это, конечно же, курорты Аршан и Горячинск. Оздоровительная программа подойдет как взрослым, так и детям. Идеальный отдых на выходные вам обеспечен. Помните, независимо от погоды, наша природа прекрасна. Майские акции в санатории «Горячинск». Успевай отдохнуть всего за 2500 рублей в сутки. Свежий байкальский воздух, вкусное правильное питание и оздоровительный климат, который поможет вам полноценно расслабиться и отдохнуть вдали от города. Бронирование возможно на официальном сайте курорт-горячинск.ру или в отделе продаж по адресу улица Коммунистическая, 47А. Отдыхайте только на курортах Бурятии.